Итоги реализации региональных программ капитального ремонта за 6 месяцев этого года обсудили в Национальной библиотеке в Махачкале. В разговоре приняли участие представители Минстроя России, Дагестана, Республик Северного Кавказа и других регионов страны. Говорили о необходимости совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и капитального ремонта. По мнению выступающих, за 2 последних года специалисты сферы столкнулись с новыми вызовами. На взаимоотношения собственников и подрядчиков сказались возросшие цены и отсутствие рабочих рук. Эти и другие проблемы стороны планируют обсудить и в дальнейшем отразить в резолюции для обращения в федеральный центр. Сегодня задача, которая стоит перед коммунальным хозяйством, связана с системной модернизацией, и предусмотрен достаточно широкий спектр инфраструктурных и помощи для инфраструктуры со стороны федерального правительства.